Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня буду выставлять на продажу капсулу, именно реально капсулу времени. Здесь очень мало наговорено. Телефон 2310 от компании Vodafone, но он не был залочен, что очень хорошо. Будем проверять карточкой от компании Vodafone. Вы спрашиваете, работает ли с украинскими операторами иногда. Да, я просто проверяю от Vodafone, потому что она не рассыпается, эта карточка очень удобна. Если надо Киевстар, и Киевстар тоже принимает. Если вы не верите, могу, например, при покупке вам просто заснять то, что телефон все работает, проблем никаких нет. Давайте включать, проверять. Телефон очень в хорошем состоянии. Не подраны ни дисплей, ничего. Кнопку, смотрите, хромированная. Ее можно... Я не натирал. Смотрите, какой хром. Сейчас еще раз. Смотрите состояние. Так что, если вам надо в коллекцию или до каждодневного пользования, можете купить, не пожалеете. Телефон именно хорошего качества. Реальный лайфтаймер. Все родно, ничего не скручено. Смотрите. Вот такая лапушка. Подсветка полноразмерная. Смотрите, полностью. Не как в Китае, кусками. Так, ну что, ребята. Давайте заходим в меню. Значит, найдем настройки. Select Tone Setting. Давайте Tone Setting выберем. Так, Display Setting. Сейчас, и выберем тему. Я не могу... Если честно говоря, вот эти темы красные, они меня просто раздражают и плохо для зрения. Так, вот первая, вторая. Давайте вот эту Options Activate так и выберем. А ну, вот. Приятно глазу и сочетание. Вот эти не люблю. Так, погнали. Первое, Select. Это у нас сообщение. Написать сообщение, полученные сообщения. Сообщение читает на украинском и русском языке, хотя языка в прошивке нет. Прошить можно в любом ателье, для них сложностей нету, кто занимался. У меня просто нету прибора, который прошивает именно к коробке этой. Send items, отослать сообщение, получить сообщение, голосовые чаты, получить картинки, вот такие вот красивые сообщения. Я не знал, сейчас уже больше с этим столкнулся, вот такие можно отослать. Раньше были такие ММСки. Далее. Контакты. Здесь у нас книга контактов. Занесли контакт, удалили контакт, переименовали, скопировали, настроили. Следующий пункт. Call Register. Значит, пропущенные звонки. Ну, почему-то эти телефоны не хранят. Полученные, набранные. Все это можно delete и посмотреть разговорные. Да, значит, 7 секунд я разговаривал, проверял по МТСу. Смотрите. И общий лайфтаймер. Сейчас, значит, duration of all 42 минуты. 42 минуты, 24 или 42 часа. А, 40... Или это секунды, это или минуты. Сейчас мы посмотрим. Запомнили? 42, 24. 92, 7, 0, 26, 89. Решетка. Что-то я тупанул, если честно. 2007 год. А, ребят, всего 42 минуты наговорено. Видите, я же вам говорю, лайфтаймер. Вот там написано, то 42 минуты, а то секунды. Вот, всего наговорено 42 минуты. Телефон состояние, ну, надо, чтобы выйти, надо его опять отключить. Это в последних уже Nokia мы когда проверяли, мы зажимали, ну, сбрасывали и дальше работали. То в старых версиях надо выключить и опять заново перезагрузиться. Ну, ничего не поделаешь, 2007 год. Громкость зато шикарная. Корпус не поцарапан. Полностью в идеальном состоянии. Состояние коробочного хранения, как я называю. Так.
Ну и вот, смотрите. 41.38. Значит, вот полностью 42 часа 24 минуты. Ой, 42 минуты 24 секунды. Дальше. Полученные сообщения на отправку. Дальше. Настройки. Tone setting. Выбираем. Здесь выбирается мелодия. Прикольная мелодия. Summer Dream. Наверное, отдельным видео сделаю мелодии. Очень прикольные здесь. Уровень звука пятерка. Вибрация включена. Далее сигнал сообщения. Клавиши на 3 самые громкие пикают. Предупредительные сигналы включены. Далее дисплей сеттинг. Здесь у нас выбираем темы первые. Их очень много. Далее цветовая схема. Далее power saver clock. Включить-отключить. Оператор лога. Включить-отключить. Мы его включим, пусть будет. Дальше. Cell Info Display Off. Значит, время подсветки удлиненное. И вот выбираете яркость дисплея. Можете его или сделать потемней, или сделать поярче. Так. Далее. Профили. Выбираем Loud. Loud. Самый громкий. Активация. Дальше. Видите, почему-то выбираем этот и вылетаем. А вот сейчас мне не нравится. Значит, надо сделать дисплей чуть-чуть потемнее. Вот так. Тогда будет четче. Да, вот так четче видно. Так, профили. Время разговоров. Время звонков. Телефонные настройки, значит, language, автоматик, английский, французский, немецкий, турецкий. Выбираем English. Так, далее, keypad setting, настройка клавиатуры, автоблокировка или нет. Далее, networks, выбирает оператор автоматически. Приветственная надпись нет. И конфигурация SIM. Дальше, если предоплаченная связь, будет показано, сколько вы налялякали. Так, теперь есть у нас будильники. Далее, есть у нас радио. Надо подключить наушники. У нас есть заметки. У нас есть игры. Это любимая нами всеми змея на цветном дисплее. Вот так она бегает. Кушает. Уже со звуком, потому что на первых Nokia было без звука. Далее есть игра в мяч. Вот такой мячик. Прыгает, бегает опять же. Следующее. Натурпарк. Я не знаю, что это. И настройка всех этих игр. Далее экстра. Калькулятор. Далее конвертер. Секундомер. Календарь. Инфоторазваги. А, это водофоновский баланс. Вот смотрите, баланс. Гроши на замолвание. Короче, русский, украинский принимает текст. Так. Все работает, все окей. Далее, звоним дядьке на 477, чтобы он громко поорал нам в трубку. И это не громкая связь, а вот сейчас будет громкая. Ну и звоним к тихому оператору, чтобы послушать на громких и на тихих параметрах. Если вы глухой, я вот сижу на 20 сантиметров от телефона, и то мне все слышно. Короче, за качество телефона ругать не будете. 42 минуты наговорено на этой капсуле времени. Так что, если хотите покупать, покупайте, выставляю на продажу. Всем хорошего вечера. Всегда ваш мистер Good Mobile.